что рассмешило губернатора Назарова, когда он слушал президента в Кремле. Никому не нужный снег оставляют на магистралях и засыпают им детские площадки. 300 лошадиных сил, кожаный салон и мощная аудиосистема. Почему омских чиновников до сих пор возят на люксовых автомобилях? И стоит ли рассчитывать на мобильные приложения, если вам нужно записаться к врачу, дождаться автобус или сходить в магазин? Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.